Здравствуйте! Сегодня будет гундосый влог. И да, мы все тут приболели, но на ютубе больничные не платят. Шучу, конечно же. Всем привет! Спасибо, что зашли и подписались. Сегодня будет домашний лайф-влог, как многие любят. И кого раздражает мой голос, то сразу прошу закрыть это видео. Оставайтесь самые любимые, самые преданные, те, кто любит меня всякой, и накрашенной, и не накрашенной, и простывшей, и здоровой. И я рада вашей компании. Сегодня на улице дождь. И поэтому нашу субботу мы проведем дома. Хотя не совсем. Сейчас я вам все расскажу. Я люблю дождь. Люблю, когда дома чисто, красиво, уютно. И всегда вам это повторяю. Утро начинается с душа, с массажа. Вы знаете, когда мы заболели, самое главное не опускать руки и не оставаться в кровати. Хотя иногда можно. Новый крем не буду рекламировать. Это крем, который у меня был, который я купила в французской аптеке. Скоро сделаю видео «Любимые уходовые средства француженок». Поддержите меня пальчиком вверх. Я с удовольствием сделаю такое видео. В ванной у меня всегда уютно, красиво, и я люблю переставлять различные декоративные детали. А вот это колье, это любимое колье француженок, медальон. Его мне подарила моя свекровь. Спасибо ей огромное, обожаю его. В то время, как делаю уход, ухаживаю за собой, смотрю YouTube. Все меньше и меньше времени. Но все-таки смотрю в основном американских блогерах, французских. У них такие качественные видео. А я эстет и обожаю такие видео. Они вдохновляют меня, они мотивируют меня. И это все. Тем временем проснулась моя любовь. Обнимашки с утра – это самое главное. Родные, любимые люди, они всегда должны быть рядом. Тем временем, пока мама готовит завтрак, Саша играет. Достал вот такого чебурашку. Когда-то давно я купила его в Париже, в русском магазине. Такой милый чебурашка. Воспоминания детства. Саша его любит. Большая чашка кофе с корицей, чтобы проснуться и быть, ну, в какой-никакой форме. И бутерброд с авокадо. Обожаю. Что бы кто ни говорил, люблю. И завариваю малину, чтобы поить мальчишек и себя малиновым морсом. А от простуды это хорошо помогает. Мои винтажные любимые чашечки фарфоровые. Я люблю, когда дома уютно, красиво. Я люблю есть пить из красивой посуды. Здесь я уже готова. Даже когда я болею, я всегда привожу себя в порядок. Небольшой макияж, удобная одежда, и день удался. А сейчас я буду готовить посылки для вас. Для тех, кто поддержал мой магазин, для тех, кто написал поздравления, спасибо вам огромное. Я буду делать посылки для вас с любовью из Франции. Я вкладываю туда частичку себя, частичку своей души, частичку Франции. И много-много сюрпризов для вас. Так что заходите в мой магазин. Я буду рада вашей компании. Новогодние праздники приближаются, и, возможно, вы найдете там подарок для себя или для своих родных. Открытки винтажные, ретро-открытки. Я очень люблю, всегда выискиваю их там, где могу. И мне кажется, это просто можно сделать красивую рамку. Купите рамку золотую, вставьте открытку, и будет у вас такая красивая декорация, красивое напоминание с Франции. Франция с душой. Я всегда вспоминаю, когда смотрю на эти открытки, Париж. Я всегда вспоминаю замки, те места, которые мы посещали. И мне это греет душу. Я обожаю Францию, я люблю ее историю, я люблю ее замки, красивые места.
Меня это вдохновляет, меня это мотивирует. И я все мои украшения, вот совсем потеряла голос, несут любовь, заряд позитивный, заряд на удачу, заряд на счастье, заряд на здоровье. А тем временем тетя приготовила нам первое блюдо. Вот такой салат. Ну, необычный. Посмотрите, как красиво это смотрится. А я замариновала со вчерашнего вечера окорочка. Так что обед семейный и в субботу и воскресенье. Когда захотим. Самое главное с семьей. И вкусно. А это моя малышка. Я давно о ней мечтала и скоро в покупках я обязательно вам расскажу. Расскажу об этой марке, это не реклама, это моя хотелка давнешняя. И почему она у меня появилась, тоже расскажу. Скорее всего, в честь чего. Я думаю, что я это заслужила. Когда у меня выдается небольшая минутка, вечером, утром, и в течение дня я стараюсь читать. И сегодня я читаю книгу «Уроки мадам Шик». Я оставлю ссылку в инфобоксе. Очень мне нравится эта книга. Это «Секреты стиля и красоты» от парижанки. Хотя написала ее совсем не парижанка, но американка, которая прожила в Париже 6 месяцев. Написана с юмором. Гениальная книга. Это просто одна сплошная цитата. Она так мотивирует. Здесь столько правды, что я вам всем советую. А Саша решил коллекционировать Эйфелевы башни. Да, теперь у нас будет большая коллекция. Отовсюду мы ему покупаем и привозим башенку. Я думаю, что комната у него превратится в Париж. Так и будет, такая и будет тематика новой комнаты. Я очень люблю Париж, я очень люблю гулять, и Саша точно такой же. Поэтому выбор сделан. Тяжелый выбор, скажу я вам. День прошел хорошо, плодотворно, уютно и комфортно, самое главное. Кашемировый свитер, джинсы, небольшой макияж. Не идеально, но мне так подходит. Я еще не украшаю квартиру, а вот Саша решил украсить свою комнату. Ну, детки и терпение – это два в одном. Получилось у него хорошо, на свой вкус. Он сам решает, куда что поставить, какие украшения взять. Праздник к нам приходит потихоньку. Самое главное, чтобы ребенок был доволен и сам занимался своим, так сказать, любимым делом – украшать свою комнату, убирать свою комнату, наводить порядок. Я думаю, что все мамы желают этого и приучают к этому своих детей. Напишите, а вы уже начали украшать к Рождеству? Обожаю вот такие деревянные домики и деревянные украшения. В них столько тепла, столько жизни. Дома я не осталась. Я поехала искать сокровища. Вы часто спрашиваете меня, где я покупаю, в каких магазинах. Это мои секреты, и выдавать я вам их не собираюсь. Шучу, конечно. Но всегда я езжу в разные самые уголки, смотрю, где что происходит, какие выставки, какие блошиные рынки, какие комиссионные магазины открылись и так далее, и так далее. Также общаюсь с людьми, которые занимаются антиквариатом. У меня есть несколько знакомых и в Париже, и здесь, в регионе. И вот это мои новые находки, серебряные находки, которые мне очень понравились. Иногда густо, иногда пусто, но я люблю это занятие, люблю приводить их в порядок, и все эти новинки вы найдете в моем бутике «Винтаж и ретро» by Светлана. Ссылка всегда в инфобоксе «Кусочек Франции». Ну, все, наверное, я буду заканчивать этот влог.
гнусавый влог с французским прононсом. И я вас всех целую, обнимаю. Не болейте. Пойду пить чай с малиной. И встретимся в новом, более информативном видео. А влоги всегда будут влогами. Все, пока-пока.